конце сентября в Свердловской области побывал чрезвычайный и полномочный посол Чехословацкой Социалистической Республики в СССР Мирослав Заводил. Гость познакомился с различными предприятиями области. Верхесецкий металлургический завод. Давняя дружба связывает этот прославленный коллектив с побратимами из Чехословакии. Товарищ Заводил осмотрел смонтированный с помощью чешских специалистов прокатный стан «Тандем». Он интересовался тем, как используется оборудование, поставляемое из Чехословакии. Мирослав Заводил передал привет рабочим, специалистам и руководителям от тружеников Чехословакии. Пожелал коллективу завода успехов в борьбе за достойную встречу 27-го съезда КПСС.